Новогодние подарки, последняя серия, и сразу кораблик Тулон. А для чего все это делаю? Здесь в конце будут расценки на покупку контейнеров. Еще одна лодка подряд, Флорида, линкор 7 левел. А чтобы было понятно, делаю захват с экранок, за качество не обессудьте, какое есть, такое есть, ребят. Все, что это записано в таком формате, сохранено, ну вот, извиняйте, на самом деле. Ну вот, выскочили какое-то немного контейнеров, получились вот эти вот две лодки. Сейчас смотрим, что дальше будет. Звук отключен, моего восхищения, потому что там как-то запись наложилась на игру Медузки. Ну, чтобы его тут не слышать, он там орет, как потерпевший. О, голда. В принципе, могу включить, чтобы имели представление, как он там базлает. Шесть с половиной, йоу! Поперло. Так, а выезжая здесь, то и дает стример. Еще лодка Молотов, вообще прекрасно. И вот, кстати, из-за этого Молотова я тоже начал записи проклина, потому что вроде там ничего больше не было. Еще одна лодка, Арк Роял. О, май год. Придется, да? Придется, придется, да. Он выслал своими комментариями, какие я включаю, выключаю звук. И... Ладно, Медузку слушать не будем. Вы думаете, атака? И меня. А то его не переслушаешь. Вот такая штука. Формат какой-то непонятный. Почему я в нем сохранил, тоже не понимаю. Ну, что есть, то есть. Но зато вы понимаете, что о чем идет речь. Какие контейнеры вываливаются. Это, по-моему, уже 16-я ночь. 16.01.23. Опять голда, прям хорошо, как хорошо. Хорошо, все, закончились. 4 контейнера, 3. Еще лодка. О, репалс. Два 250 серые. Пошли какие-то вот добавочные контейнеры, слот в порту, не знаю, что это такое. Так, что здесь, адмиралтейство? Что-то грузится тут у меня. Вот, вот, пошли расценки, да ё-моё. Ай-яй-яй, не видно ничего, ничего не видно, блядь. Так, вид. Вот, вот так будет лучше. А, ну и все понятно. Вот цена за 20 контейнеров 18750. Тык, голды там мне налетело. Закупаемся еще. Ну, как видите, вот 20 18750 контейнеры. И еще что-то у нас упало, еще 20 контейнеров. О май год. Камуфляжи зимние. Что-то все подряд сыпется. Хэмпшир. По-моему, этого ролика не было. Но, по крайней мере, в этом ролике вы видите цену. Ради этого я, если там эти лодки уже были, ну, значит, посмотрите хоть стоимость контейнеров. Я думаю, было видно, сколько это стоит. 18750 за 20 штук. Ну, голда прям хорошо прилетает. За 20 штук это типа считается оптовая покупка. Моноган. Камуфляжи раздают прям щедрой рукой. У меня до сих пор, по-моему, штук 300 еще есть. Голда прям как хорошо. Кэшбэк. Уголек 12500. Приятно, чертовски приятно.
Еще лодка. Хиль. О, по-моему, хиль, да, хорошо. То лодка, то дублоны, ё-моё, такая благодать летит. То опыт. Чё, ну неужели лодка? Ох, так не хочу больше лодок, что сил нет. Опять колда. Что творится? Что творится? Опять лодка. Симс. И Генова. По-моему, эти лодки были, но вот не запомнил я. Но главное, что в этом ролике появились цены. Вот только ради этого все и затевалось. Ради цен. Ну все, друзья. С новогодними контейнерами мы закончили. С вами был мистер Саныч. Немножко мы окунулись в начало 23-го года. Всем всего хорошего. До новых встреч на канале Квант. Спасибо.